Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Ладно, малыш. Тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто. Лезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже. Там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись им. Thank you.
Добрый вечер. Чем могу помочь? Покрасим в любой цвет. Выбирай. Спасибо. Через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Да, с копами на хвосте нельзя. Убивай меня! Не убивай! Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Вас понял. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ясно. Пожалуйста, отстань!
Ага, после дождичка в четверг. Поболчи-ка я кроссворд решу. Ах, Марина, пойду-ка сделаю работу. Спятерки дорогу. А, дьявол! Себе на них телевизор. Посмотрим, сынок. Что об этом думает Мэри? Она его еще не видела. Чем дальше, тем интереснее. Ну, она поехала к матери на север. Понятно. И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики. Сейчас там мало что показывают. Из-за войны. Мультики. Столько денег угрохал на мультики. Не пойму. Продавец сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Эйнштейн, послушай. В каком смысле? Может, даже стрелял в кого-нибудь. Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Звучит забавно, но такого никогда не будет. Помни мои слова. Конечно, сделают, когда люди на Луну слетают. Смотри, не поранься карандашиком. Thank you.
Вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Давайте с немедленной, или мы откроем огонь!
За это полагается штраф. Вот, можно я пойду? Ладно, чтобы я тебя больше не видел. И как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились, да? Если будет пальба, ты получишь только треть. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь.